Улыбки на лицах в приятном ожидании. Через несколько минут у участников начнется очередное занятие в рамках проекта «Прогулки с доктором». Уже который год они убеждаются, что лучше физической активности для здоровья ничего нет. И сегодня по плану бассейн. Такие оздоровительные спортивные мероприятия, в которых принимают у нас люди старшего поколения, старше 55+, и занятия проходят у нас один раз в неделю в спортивно-тренировочном центре Тамбов. Совместно с инструктором проводятся оздоровительные вот такие занятия плавания. При формировании группы и непосредственно перед тренировкой участники проходят обследование. Кроме того, рядом с ними всегда находятся волонтеры-медики. Тот объем обследований, который утвержден Минздравом, в принципе, нам достаточный для выявления показаний или противопоказаний к занятию физической активностью. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, уровень здоровья пожилых требуется оценивать по физическому состоянию, а не по количеству накопленных ими болезней. При регулярных занятиях плаванием снижается хронический болевой синдром, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается иммунитет и омолаживается кожа. Да и просто это весело и приятно, особенно в компании единомышленников и под чутким руководством опытного инструктора. 7, 6, 5, 4. Во всем этом лично убедилась Людмила Сигналова. Когда-то женщина любила лыжный спорт, но со временем пришлось от него отказаться. Сейчас в прогулках с доктором она наслаждается скандинавской ходьбой и плаванием. Уже некоторые дамы отказываются от каких-то лекарств. Очень приятно, что за нами наблюдают доктора. Все какие-то волнующие вопросы мы можем с докторами решить. Это очень для нас полезно и для здоровья, и для общения, и вообще для жизни. Об успехе прогулок с доктором красноречиво говорит их востребованность. Проект стремительно набирает обороты. Только с начала этого года количество участников выросло с 35 до почти 70. И в этом нет ничего удивительного, ведь занятия приносят ощутимый результат. Медики отмечают, что у всех, кто посещает занятия, значительно снизился уровень холестерина. Положительная динамика наблюдается и по другим показателям. Но самое главное, все участники получают от процесса огромное удовольствие. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, «Область новостей».